Крепкий январский мороз празднику не помеха. Так решили обитатели новых берегов. Крещенские гуляния собрали немало людей из Пензы и ближайших сел. Особенно радовались дети, которые водили хороводы вокруг елки. Ой, дали мои, дали ветром, не колыхали длинную косу. Пока одни сделали свой выбор в пользу подвижных игр, другие предпочли более спокойный отдых. К примеру, можно было посмотреть выставку картин, нарисованных зубами. Кроме того, гости арт-поместья побывали на концерте духовной музыки. Для зрителей выступили несколько пензенских коллективов. Одной из главных площадок праздника стала ярмарка. На столах самые разные изделия, выполненные резидентами новых берегов. Украшения из бисера, куклы, картины. Есть здесь и авторская одежда, дизайн которой разрабатывала Яна Ямалетдинова. Очень интересно другим, то, что это что-то новое, да, и детям нравится. Например, если кто-то сам себе нарисовал ребенок, он потом в этом спит, ходит, снять вообще невозможно. Родители говорят, что теперь делать? Я сама, на самом деле, себе сделала постельное белье, и вот мне вообще не хочется на другом спать. То есть я его стираю, оно сохнет, я его обратно одеваю и опять на нем сплю. Кстати, ассортимент того, что делают резиденты квартала Луи, дома Вероники и дома на Березовском, растет с каждым годом. Работает гончарная мастерская. Также типография выпускает кружки с различными рисунками, и это далеко. Далеко не все. У нас есть мыло ручной работы, есть свечи из вощины с ароматом натуральной вощины, то есть они как мед пахнут. И когда они горят, тоже аромат такой вот по дому распространяется очень, ну, уютно сразу становится и какое-то другое ощущение дома. Все средства, собранные с этой ярмарки, будут направлены на строительство инклюзивной детской площадки, которая будет располагаться здесь, в берегах. А недавно построенный храм в Новых берегах уже работает. 19 января в нем пройдет праздничное крещенское богослужение.